Появление инклюзивного центра «Мы вместе» стало возможным благодаря фонду президентских грантов. На реализацию доброй идеи общественная организация «Много дети» получила 4,5 миллиона рублей. На эти средства закупили новое оборудование и отремонтировали помещение площадью 236 квадратных метров, которое безвозмездно предоставлено Саранской администрацией. У нас прям град с тобой летний, знаешь? И об этом, смотри, об рукавичке твои бьется, у нас будто дождь об асфальт. Да? Есть такая ситуация? Теперь у особенных детей и их родителей есть второй дом, где они могут бесплатно заниматься с нейропсихологом, дефектологом, логопедом и арт-терапевтом. Торжественное открытие инклюзивного центра «Мы вместе» прошло в преддверии 8 марта. Артем Сдунов поздравил всех женщин с наступающим праздником и обсудил со специалистами центра, какая помощь нужна семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Первое впечатление самое радужное. Самое главное, какой поток мы сможем прокачивать, прям буквально прокачивать через этот центр, и какой положительный результат получим. Потому что в глазах детей надежда, в глазах мамочек надежда. Просто надо работать. А любой результат – это усердный труд. Думая о сегодняшнем дне, хочется вспомнить слова Достоевского. Он говорил, кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра. И вот это как раз про команду «Много дети». Вы не ждете, вы действуете всегда. А кто созидает, кто делает добро, то все получается. Поэтому у вас все получилось, я с этим вас поздравляю. В новом здании реабилитацию смогут пройти более 200 детей, более 100 родителей и семьи участников специальной военной операции. Арина Мелешкина, «Наши новости».